Конечно, все расстроены результатом, расстроены игнорой. Ну, я думаю, сегодня, если смотреть на поле, были две абсолютно равные команды. Команда «Зари», которая потеряла одного нападающего, остальная вся команда организации игры осталась та же. Нам, наверное, было непросто. Приходится в каждой позиции варьировать. Не было одной игры в чемпионате, когда мы играли, повторили тот же состав, который был. Есть травмы, есть футболисты, которые нас покинули. Ничего страшного, двигаемся дальше. Надеемся, это начало чемпионата. Дальше будем лучше, будет лучше. Да, «Заря» грамотно, организованно оборонялась. Мы не наносили удары по воротам. Конечно, в этом проблема. В этом проблема вся команда и моя в первую очередь. Что команда не наносила удар, иначе мы дома не можем забить мяч. Да, сейчас мне бы не помешал нападающий, который активный. Но мы приняли решение, и я там рад за тех игроков, которые играют, получают практику. Они сами желали уйти, они сами хотели там играть. И они принимали в первую очередь решение. Сейчас, ну, наверное, по тем играм, которые мы провели, я бы не отказался от хорошего нападающего, потому что, к сожалению, сейчас наши нападающие не проявляют то, что, к примеру, проявляют в прошлом сезоне. Надеюсь, но сейчас где искать усиление? Ну вот, ищем в молодежной команде, вышел сегодня Беседин, старался, имел момент, мог решить исход встречи. Ну, двигаемся дальше.